там насиделся. Так, я вот качал сначала паладина там, до 80-го прокачал, получил бан, потом следующий аккаунт создал, там, по-моему, друида прокачал сову, тоже за него бан получил, 80-й хапнул. Потом магу, магу вообще минус один дали. Я о нем забыл, в общем, 12 классов, здесь 12 классов бан получил, и минус один. Кем ты в рейде вообще? Я? Да. Хилом. А, вижу. Я, чё ты говоришь, как кнутар, типа, ну, не знаю, короче, мне кажется, что это, что та система, это всё хуйня, ну, связывает всех прессов с ИП, типа, что двойное, херня, блядь, это одинарная, самая нормальная, честная система, без всякого двойного дерьма. Человек одевается и больше не ходит в рейд, и всё, вот что с такой системой. Да хоть с этой системой, хоть нет, блядь. У меня были бы все фуловые персы, я бы хуй сюда пошел. Не, ну одинарное вообще это, ну, не вариант. Либо одно на всех, либо хотя бы двойное. Ну, двойное хорошо, когда ты персов делаешь новых постоянно. Тогда да. Ну, просто если бы не было двойного, ну, как ты загонишь человека на ходе? Ну вот я хожу, блин, у меня фуловые персы, блин. Ну, не все же такие. Просто вот это быстрее одеть, это, ну типа, если ты торопишься, если ты на продажу что-то делаешь, персов, тогда да. А мне вот нахер не надо. Я не тороплюсь никуда и все. Скорее бы уже сервак развалился. Да что тебе все развалился? Ты какой-то, блядь, разрушительный. Будь созидательным. Позитивным. Но все равно как новый патч выйдет, я уже кто-то играть не стану. Ну, может, буду заходить. Да, золотые горы обещали что-то. И там тем более со знакомым хотим бить заставлять. Ну, это другое дело. Там делать нечего, там задротить будет. Лучше тут задротить. Не, ну почему? Там все ригается практически моментально. Делать, захотел? Я тут. Там и понятия немного другие. Соло проносить. Гулдана для кого-то. Не. Я не это имею в виду. Там интересно, понимаешь, что тут, ты вот, допустим, пошел тоже ППшку, как я объяснял. То есть убил и все, а там, чтобы принести ППшку, вот там надо реально знать тактику. Там оно в книжечке написано. Перед клубом прочитал, написано. Попробуй репати 3 КГС и пронести по КГ. Там даже написано, что когда сбивать надо. Я серьезно. Я когда на этом на Extreme Liberty там играл, там реально заходили в ППГ и шли читать тактику на ППГ. Потому что как мы здесь привыкли в Овергире проносить, там чисто вообще даже несмотря на этих боссов. Там, оказывается, тактика на этих боссов нужна. Так. Чек на баф. Забирайте, сейчас я долетаю уже. О, подожди, мама, ты тоже куплю реги. М-м-м-м.
Надеюсь, момент Амали придет. Так, Дженсен, начинай тогда. Я тебе Вейнер закину. Мы без Роги, что ли? Ну да. Два ханта есть. Или пускай на Рогу зайдет кто-то. 5 КПС. Ну, блин, мне кажется, желательно бы, чтобы Рога еще. Есть 5.2. Давай. Ну там же у этого Альфредоса есть. Альфредос, прожимай. Давай тогда, я забыл про Альфредоса, кстати. Давай, прожимай этот. Ну ты понял уже. Варенька тоже прожимай. Камень, пойдешь лучше магом. С Рогами не возможно, он еще напуливает сильнее, чем хам. Он еще и увеличивает урон танку. За счет чего он больше агро набирает. То есть, ну, два ханта это не то совсем. Да я просто что-то не особо шарю в этом. И кнопки не жмутся, да, то есть когда я повесится, ёп. Заела кнопку. Не одну цель лучше напуливают, наверное, да? Чем трэш. Ну, хантов дайте, просто 4 секунды на пол уроги 6. Полтора раза больше. Mm-hmm. Плюс веер дамажит сильнее, чем братство. Ну и плюс танку еще 15% баф на урон. Как этот пидор за мной бегает, блять. Смотрите, блядь. Да, нахуй, догоняй. Нашел другую цель. Так. Потом ты. Да. Поднимай сумму. Дайте интеллект, пора. Сейчас. Дайте пока бафы, по магу, по роге. Так, что там распределим сейчас с танков? Так, Дженсен с первого босса танчишь. Таргарин первую копию, Троп вторую копию. Как там Асап говорит, на второй копии Таргарин прожимает незыблемость. Я от этого, кстати, упал. Таргарин тут? Ралли, драконик. Все, запускайте босса. Цирк приехал. АРС сколько было на этом КД обычек? Помнит? Ну ТРС там нужно резко. Да, раски можно.
Тригарин, забирай копию. Тут меня так убило. Болтаем-ка. О, троп, сейчас прожмешь, давай за секунду до разделения прожмешь сакру и каплю на Таргариена. Вот, вот сейчас давай. Поднимите драконика Мэджика. Здесь произошли страшные события. Вас демона нет. Хорош. Облетаем, лети пока, делай стык. Мы как-то без демона убивали. Подвергалась такому штурму. Черные драконы явились из ниоткуда. Шкаф оставь. Мы даже не успели понять, что происходит. Силы были неравные. Мы... Да, Рэд, конечно, не из лучших. А я спряталась здесь и запечатала вход. Нас убивали с расчетливой жестокостью. В святилище. Драконик тут. Кровожадный. Но боюсь, тут заметили. Рыба кончилась, ставьте сами. Бля, это же Лема нет. Настоящего лидера. Огромного сумеречного дракона. Так, он летаем полетел делать баф у демона. Погнали пока так. Сейчас, секунду, рыба. Тогда подождите. Пулять. Да, пуляй. Алекс Страза. Жаль, что придется прикончить вас. Троп, танчишь трэш? Забери там с центра тоже могу. Придется корни покидать. Таргариен, меняй власть, если ты бьешь. Таргариен, ты потанчи лучше там трэш. А, ты ладыка. У нас власть у льда. Так, Марк, эти два, что ли, в рейде? Драконик, слушай, если не будут хватать дамагом, придется тебя заменить, потому что ты 5,9 или 5,2 ты. У него какой ГС вообще, 5,9 или 5,2? 5,254. Ну да, можно и не ждать, да? За тремя льдами сходил, нормально. Да ладно, ставьте рыбу. Конечно, шестерка.
Ладно, так, по тактике. Security Джерин свет хилят, Мобахил его раш хатает тьму, его раш диспелит тьму. Зутипка диспелит свет, четвертой пати. Остается добивать големов, крауд помогаешь добивать големов. Утроп танчит трэш. Свет танчит момента моря, Дженсен с тьму. Или как ты хочешь? Может, ты свет хочешь? Не-не, давай тьму. Так. Метагений или рано разобрались с этим, да? Есть рыба у кого-то? Пишите в РК, на кого вы ролите. Драконик, ты знаешь тактику ВРС 25 гер за мага? Метки выносить прямо назад, стоять в одной точке в метке. Оставаться после первой фазы, добивать големов. На второй фазе опять стоять в одной точке, выносить метки ровно назад. На третьей фазе переключаться сразу в большого голема, потом только в босса. Когда говорят, стопает дамаг, ты стопаешь дамаг по боссу, бьешь трэш. Ладно, потом разберемся по ходу дела. Долго рассказывать просто. МК спадает, когда ты заходишь во тьму, поэтому обновляй его постоянно. Когда выходишь, свет тоже спадает. Прожимай защиту от огня, когда выносишь метку. Прожимаешь только после того, как с тебя сдиспелит эту метку. Нет, точнее, ты сам должен диспелить ее. Сдиспелил с себя метку, сразу прожимаешь блинка назад в рейд, чтобы на тебя не вешались стаки дебафа и не пришлось тебе сильно захиливать. Три стака дебафа. Интеллект дай, драконик. Крест по хантам. Менск на бахил тут. Да, тут. Анубахил, ты тут? Драконик, да, интеллект, зайдите за линию. Он летает на сенсорном. Респонска мало у кого. Что ты говоришь? Респонска мало, есть кого? Никого нету. Все клубы, Дженсен, начинай. Секьюрити метку назад. Подошли в квадрат, сейчас будет метеор. Бежали метеорит. Смотрим лужи. Лужа разливается в рейд. Отошли влево-вправо, бейте босса. Кидай сыр. Так, мастаунт. Это что сейчас был? Мастаунт по боссу. Пытай подымать Джериона. Войд, подымай Лирану. Не играйте все в босса, на маги мало. Дайте фул баф по рейду. Крестобаф. Отойдите в квадрат, сейчас будет метеор, утробую на семетку. Побежали. Метеор близко, далеко бежим. Сколько процентов? 80. Это какая, я не успел. Так, ну падаем. Отдали. Так, утроп. Кидаешь лужу перед фреймом босса. Мастаун прожимаешь в кота, холипала, хилов. Ну да, еще не повезло с лужей, что она так разрезала. Утроп, ты всегда старайся быть там, где находится кот от ДК, эти все милики. Ты бьешь АОЕшной печатью? Ну, а теперь раз с эти людей.
Дади сюда трэш под Миликов. Это сейчас моста он был в босса, что он повернулся на райт или что там так вышло? Да вроде Royal. Не поворачивался, не знаю. Повернулся и убил Лирану, потом Джерри наверх. Ройл, снимай. Они в жопе взяли у хвоста. Мы там с самогоном поменялись сейчас. Он в восьми будет, я в свету. Тогда вы слышали, надо напулить сначала на Дженсенса на первой фазе. Не-не-не. Не? Ну, я теперь первую фазу Голем, и третью фазу Свет. А, все. Утопил. Давайте, чек на бафы. Так, Софи. Вары, на хп кричите, в этом трое не было крика. Таргарин готов? Тинту нету, дай тинту. Драконий, да, интеллект. Все, дали интеллект, а Гарри. Багается правосудие света, секундочку. Чё, правосудие света? Ну, типа, у меня есть молоток правосудия света и способность правосудия света. И она типа багается. Ну, типа, все правосудие багается, я не могу им бить. Пока не релокнусь, не знаю, что ты за хуйня на форуме написал. Да выкинь ты этот молоток рабочий. Да я выкинул уже, понимаешь, типа, что делать, я не знаю. Воху, блядь. Напиши по-английски обилку. Таргарин готов, он и там тут. Минск. Минск. Все, начинаем самогон. Не стоит его у фрейма босса перед метеором, как на прошлом трае сейчас было. Титикает умер метеорик. Минск метка. Смотри, как метку выносит драконик. Метеор побежали. Кидай сразу тарелку в трех мобов, которые первые идут на тебя. Жирен, наноси метку. Отошли от фрейма босса, сейчас будет метеор. Отошли от фрейма босса квадрат. Метеор побежали. Куда встали, тут не пушит. Вот у типка метка. Давайте холёны. Прям процентажа нет, сколько процентов? Нормально, то есть. Так, четвертая партия стоит собирать големов. Крик на хп. Заходите, рейд. Квадрат, встали. Дуду типка, взрывом разум убей. Конскюрит, вот бис, тинер, ну бахилу. Кит-кет, выноси метку. Так, лезвие в квадрат встали. Так. Лезвие прошло. Пати, заходите в тьму. Не добили еще. Добить сначала. Ну это да. Там же 4 человека. А, блин, я сам забыл зайти. Остаться. Сходить? Все, заходите. Заходить, нет? А, заходите. Нет. Уже не. Нормально, нормально. Во форсу на семетку. Но все равно там хант оставался. Потом... Мак умер. Фух. Ладно, не будем тратить БР на него. Ты в лезвие умер, Мак? Или просто на портал нажал, не успел зайти? Тут нажал, не успел. Лезвие убил быстрее. МК.
Вот, поднимешь его тогда. Через 3 минуты 30 секунд. Танскьюри, тогда ты подымешь, он сразу в центр, сейчас будет переходка и метка. И Ларашев наноси метку. Все, выходим в портал в квадратик. Давайте в квадрат становимся. Танскьюри, подыми сразу, подымай быстрее. Вставай, давайте рост. Лапу дал, дайте пристабаву еще. Каску по магу дают вот. Так, Джерин выносит метку, смотрим. Странно ты понес метку. Давайте в квадрат. Здесь будет метеор. Какие-то на нас белые шары. Встали в квадрат, метеор на танке, побежали. Остановимся, смотрим лужу. Сейчас выходит большой голем, все играем большого голема. Вот есть метка, в квадрат отошли, играйте большого голема, РДД. Играй большого голема, да, рост во тьме. Потом мелкий трэш доливаем. Герцогиня, выноси метку. Дота тихо, Леона, становимся в квадрат. Добейте мелкий трэш. Взрывом разума бейте, перестань, не вижу бафа. Убежали. Так, Алена, если ты не бить, ждем трэш. Таргарин, наноси метку. Фотон, давай гимн на ману, ставь тотем прилива. Секьюрити, бейте трэш. Все в большого голема сыграли. Драконик, бей большого голема. Да, выходит большой голем, ты сразу в него играешь. Мобахил, выноси метку. Фотон, выноси метку. Инеры обновились, залили инеры security. Void Beast есть, БР? Минуту. Все, не надо. Убежали. Дыму сам потом. АДК умер. Играем Халиона пока. Дудутипка, выноси метку. Все сыграли большого голема. Даю гимн во тьме. Бейте взрывом разума. Ту типку по гимна ману. Дженсиса прохильте. Дженсис умирает. Воды. Как вы могли захилить его? Таких героев, сколько еще таких героев? Сколько еще таких героев? Че там вайп? Никто же не. Ну, трэш не бил, даже рейд. Просто надо было кастануть свет небес в умысление по танку. Там баунер мешает нас снять. Таргарин, ты как умер? Трэша? Ладно. Сколько там лямов оставалось? Да, но там почему-то живой огонь его 27 тысяч ударил. Он что, такой рослый бил, что ли, или что? Мне 25 на прошлом траек пока только. А он сейчас всегда не то стрижет. А он сейчас всегда так бьет. Так это сколько стаков было, что он... 20... 27 тысяч. Так, а стаков 5. 3-4. Нет, 3 стака это где-то до 20. Ну, смотри, трэш уже выходит, он уже выходит, у него 4 стака, если рядом большой голем. А он всегда рядом, потому что он... Ну, это вообще плохо. На пути. Типа, раньше дольше стаки копились? Да не знаю, как-то, ну, вроде нет, ну... Просто дамаг больше стал. Я не замечал раньше. Нет, не дамаг. Раньше мобы выходили, и у них было 0-1 стак. Сейчас они выходят 4 стака, я заметил. Ну, знаешь, быстрее стаки стали появляться, или аура больше стала. Давайте интеллект. Она же должна быть по офу 15 метров, а она у него, сука, как 25, блядь, или 30. Да,
Ну у нас тоже неправильно, оно должно стаки давать, как бьет аура, такие стаки дают. А у нас просто они находятся рядом с большим, у него там секунду 3 стака получают. Чек на пул. ПР на КД у кого? У Хатая? Я, у меня не на КД. На сколько минут? Секьюрити готов? Все, все готовы, начинай. Секьюрити, у тебя утечение есть? Метка. Метеор побежали. Далеко падает. Мы уже в рейде, в квадрат отошли. Вот быстро метка. Вы подальше отбегайте. Трэш сейчас что-то не длиннее стал выходить, слушай, заметил. Типка метка. Отошли от фрейма босса, сейчас метеор. Бежали метеор. Тертупати стоит, это будет дилемма. Смотрим лужи, нормально. Потом метка. Вот у них сколько стаков сейчас было? 2. Ну, на первой фазе они не получают, потому что я отложил больше. Это да, это понятно. 4 секунды до переходки. Киткат метка, выносите. Нет. Варик крик. Бейте кружок. Друтипка, бей взрывом разума. Тырите метка. Так, скажите, когда зайти. Инеры заливайте секьюрити. Тропы на метку. Бля, я сказал секьюрити. На бахилу надо было залить. Припутал. Я ему залил. Все правильно. Резвис метка. Квадрат встали. На форс метка. Так, фаза. Метка. Не в портал. Ралли, метка. Выходим в свет. Драконик, выходи в свет. Давайте рост. Взрывом разума бьем. Два креста, взрыв разума. Крауд, метка назад. Да, этот тип подиспелил. Метеор побежали. Вот мы дали рост. Не забываем бить взрывом разума. Так, вышел большой голем. Сыграли большого голема. Унлетаем, выноси метку. Унлетаем, СС на Джерина, если не кидал. Куча трэша со стаками идет в рейд. Все в трэш сыграли. Калиона не бьем. На форс метку назад. Помогаем трэш добивать.
Все, играем в Халиона. Метеор, побежали. Халиона, пока играем. Вы уже в рейде, в квадрат отошли. Таргарин, вы на семетку. Все большого голема сыграли. Рали, вы на семетку. Таргарин на диспел. Так, инеры. Сейчас будут инеры тебе. Инеры секьюрити заливаем. Троп метку назад. Квадрат встали. Добили мелкий трэш. Тьма, стопните на 5 секунд дамаг. Стопайте дамаг во тьме. Драконика назад метку. Метку назад к стене. Диспелишь, блинкуешься в рейд. Все, сыграли большого голема. Иннеры, секьюрити. Это не захилили, пацаны. Войд, конскюрит, подымай драконика. Не, не подымай, выноси метку. Войд, подымай драконика. Сыграли в большого голема, быстро. Побежали, метеор. Тьма, стопайте дамаг, рали, выходи в свет, поможешь трэш побить. Утроп, давай сакру. Квадрат отошли. Потом давай гимна ману. Тут типка гимна отхил. Потом гимна отхил давай. Гимна отхил, потом. Сыграли большого голема. Рали, выходи в свет, бей. Я уже сыграл. Я давай, дамаж, мелкий трэш. Сейчас перебежим, я рестну конспирида. Видим большого РД. Так, во тьму можно заходить или нет? Да, да, быстрее. Рали, заходи во тьму быстрее. Тьма, стопайте по тьму. Ебать. Да, Том. БДК умер. Мишки, сука. Заходите в лужу. Что-то потная хуйня какая-то, да? Потно тебя было хилить. Сетуни не хватало дамаги сейчас. Ты меня хилил вообще? Да, в первой. Ну, я думал, ты про кота. Надо шамана заменить, потому что он уходит. Или холипал. Не. Ставьте рыбу пока. Пусть Гера на мага зайдет. Да. Я тогда на хапал зайду. Тогда тебе придется порелить. Ваня вареньки может. Что такое? Порелишь, Ваня? Не. Давай я порелю, ёбаный в рот. Сколько лет не релил, блядь? Еще столько же не рель, пожалуйста. Ну-ка молчать, там же ГП дам.
Себе КП дай. Два раза дам. Ладно, я поэрелю. Ну, а пока так. Консуманди котлету. Сразу суманьте меня. Да, Ирелла. Зелен, ты частицу в свету на БДК кинешь, и она протопала. Котлета, ты в РК? Дайте бафу Кахилану. Да. Вот перед выходом рост дать. Да поменяйтесь просто, у нас во тьме есть кому дамажит. Три бисовых мара и... Я просто думал, что снова не захилит. Ну, с Джерем и Стив захилят, но с Нобахилом, я помню, у нас были проблемы. Когда он свитхилил. Да рост ничего не влияет, господи. Я могу... Не, ну я говорю, просто главное дать его перед выходом, чтобы он и восьми был всем. Хорошо, так и будет. Я могу зайти. Трилисия, по-моему, не то что. Трилисия нет. Минск. Да, твой ротов. Заходите, заходите. Дракончик, да. Эрдро. Все готовы, погнали. Времени мало, то все уходит уже. После рейски ничего больше не ожидается такого ночного? Ночного такого? Ну, сон ночной такой нормальный. Да, так-то выходной. Типа можно не спать. Где ремонтки? Метеор побежали. Да типа метка. Бычки рейски уже были? Нет. Тотемы поставь на бахил. У меня каст 1 на 3 должно быть 1 на 2. Метеор побежали. Мы уже в рейде, отошли. Много хил метка. Жди, пока огонь пропадет. Котлет, остаешься добивать големов. Бейте Халеона. Больше в дома и Халеона. Так, ждите, пока лужа пропадет. Так лужа пропадает нормально. Блять, пиздец, ты тупой. Войд, подымай, хатая. Заходите, рейд. КД, 2 минуты. Котлета, подымай, хатая. Может быть таким недалеким. Подымайте, хатай, заходи, хатай быстрее. Не, я быстро не успею уже. Блять, ты уже мог. Нет лезвий. Лезвие 10 секунд. Заходи быстрее. Ну, куда ты мечешься, ёбаный в рот. Тупой, блядь. Я уже не соображаю, уже все.
Добили. Да, заходи. Заходите уже. Ну, бахил, выходишь в свет, будешь хилить Джерри, но меня похилил во тьму, ты поиграешь. Хорошо. Саня, три света тем защитит огня, потом оставишь на перебежке под босса. Драконик метка. Класс. Так, это кто? Заходим в лужу. Все, надо менять пацана того, кто диспелил. Кто это диспелил? Сам себя. Так, отдохни пока. Кирова на врезку. Так, я сейчас с собой зайду обратно. Поклонский на шамана зайдет. Можно на войнусе. Пойти. Смонти. Уси, ты шел в РК уже? Да. Отлично. Ты будешь хилить свет. Для Кузьмирыбку? Эх. Уже поздно. Нету ни у кого рыбы. Кончилось. Ладно.
Катай, можешь идти офаться. О, спасибо. Всем, всем удачи. Все, сейчас захилим. Только мой инер будет заливать. Если бы раздоблялись еще. На Усе напишу макрос. Уси будет хилить тьму, ролик свет. Значит, на лолика. Ну, почему его этим пленом не берешь? Потому что он пит. Не знаю, не хочет заходить на колено. Уси, заходи. Заходи на колено. Блять, пришли, присумой. Да уже давайте так. Приняли КД, давай я зайду на полено. Давай я на хули приста сейчас зайду и ралаш на полено. Выходите за линию уже. Подождите, сейчас бафну. Интеллект, эти два типа заходят, блин, раз в год. Интеллект есть. Заходите за линию. Дубль. Все, начинай. Уси, Нубахил. Начинай. Лолик, Джерион, свет. Остальные тьма. И Лараш диспелит с тьму. Нельзя, не выноси. Нажали. Гарин, метка, выноси. Секьюрити, край КТВРК. Не расходись, может сейчас кто-то уйдет и зайдешь. И рано выходи, метка. Дошли от фрейма босса, стали квадрат, побежали метеор. Мы уже в рейде. Гаргарин, выноси метку. Сыграли крит на хп, заходим, это не в огонь. О, просто кракера надо было выключить, не было минут. Пришлось ротацию делать. Таргарин, да, вы будете меня хилить-то, не? Там три шамана и хэприст. Сейчас будут цепак в танк кастовать. Скажите, когда зайти. Нубахил, метка. Заходите. Пошли. Да. Так, инеры. Котлета, Нубахилу, консекьюрит Нубахилу, Вудбист, Уси. Уси, выноси метку, у меня лезвие, сейчас смотри внимательно. Манерка. Что ты говоришь? Уже все. Процентаж тебе, я не знаю, мне нету.
53. Так, вот бесметка, портал, выходим в портал. Трепещите, ничтожные, перед посланником смертокрыла. Давайте рост. Рост в свету. Лолик, рост в свету. Ты что, не в РК? Это плохо. Вот бесметка. У нас будет метеор, взрыв разума бьем, на танке метеор, смещайтесь квадрату до типка Т-диспелища, бьем взрыв разума. Смотрим лужи. Лужа в рейд течет, давайте, большого голема играем, Минск метка, во тьме дали рост. СС на Джериона. Играть и в Халиона. И там метка. Кельти, он летаем и ДДК. Он летаем, 25%. Побежали метеор. Опять по Халиону, ждем только трэш. И уже в рейд течет. Отошли в квадрат. Давайте большого голема. Волик выносит метку. Фотон. Давай гимн на муну, фотон. Ставьте темп прилива. Играйте большого голема. 47% хп у ПДК. Мерцегене метка. Конскюрит метка. Квадрат отошли. Прожмись в дубовую кожу. Я поднимаю, вставай. Побежали метеор, побежал. Дайте бафы по конскюриду. Играйте в Халиону пока. Утро прожимай к Сакру. Сакру 82% процента хп было, блядь. Менск, выноси метку. Просто жесть. Фартануло. Тима, стопайте дамаг. Ну бахил, выноси метку. Краут, выноси метку. Леон, речь, отошли от босса, Свет. Побежали, метеор. Пистобаф. Смотрим лужи. Нормально. Играйте пока в Халиона. Герцогиня вынеси метку. Менск метка. Сыграли большого голема. Все большого голема, быстро. Утроп, давай каплю на Дженсенса. Бьем только трэш, Свету. Мирана, выноси метку. Лолик, выноси метку. Бегитивка, спой гимн на хп. Гимн на ману, если можно. Встали в квадрат, побежали метеор. Метеор на танке, в квадрат сместились. Все в квадрат. Не бейте, Халиона, все тут ждем 50%, потом добиваем. Спеть на ману. Все, добивайте Халиона. Хильди там вы хорошенько возьми. Так, роли трудности. Ролим чемпионат. Брат, ты на приколе, ну вот что это такое? Это пиздец. Я скинул аккаунт, когда ты вышел. Это просто пиздец, Марат. Что это за хпс? Ну так не 300 тысяч, блять, хотя бы 700, Джерри. Знаешь, что я сейчас легал, чтобы захилить танк? Кожаный наручи на РДД. Марат, блядь, сдал позиции. Конечно сдал, он чит зелье не вешал. Афта на танка. 700к без вуду, это еще нормально. На офспек на танка кому-то. Лол.
Да не, просто когда Джерри он говорил там 300 тысяч, типа, кто там 300 тысяч хилил Джерри? Зацените, зацените 15к абсорба, прям как ДЦ-шный щит. Жесть, конечно. Всего? Я так разогнал. Это хуйня за раз. Защита древних королей, вот это да. Поглотил славу. 276 тысяч там, короче, защиты всего. Да я там шамана секьюрити просто дергал, кто-то. Мне не мало хилить нормально. Еще иначе Мурат без воду. Жесть просто. Значит, Волонир затащил этот рейд, да? Да, по-любому.